Полиция задержала тех самых безмятежных воришек, которые не спеша пешком прогуливались по городу и обворовывали торговые точки. Именно они в феврале этого года также, не торопясь, обчистили магазин вейпов и вальяжно удалились с добычей к себе домой. Как выяснилось, парочка неторопливых воришек орудовала с декабря прошлого года. На дело шли в медицинских масках и защитных костюмах. Они не гнушались ничем, брали духи, строительные инструменты, компьютеры. Всего на их счету минимум 6 эпизодов с общим ущербом в 1 000 000 рублей. Поймали их при попытке также неспешно вынести электроинструменты из ремонтируемого офиса. Теперь им остается только извиняться. Вину признаю свою полностью, раскаиваюсь в содеянном. Но впредь больше такого, да, не повторится. Прям осознал полностью. Готов исправить свою вину полностью перед всеми.